Всем привет, я сегодня наконец-то завершил морозный марафон. Я все-таки смог осилить 500 раз в дуэлях, разработчики чудят нынче, то у них 50 раз сыграй за неделю, то у них 500 раз за 3 дня. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Больше всего мне сейчас жалко не себя, а моего противника. Пацан к успеху шел, а тут я его прибил. Пацан с Глефой, полудиенист, полувестник. Ля ты крыса, он для меня слабак, сейчас я его комбо ударами загусю. Ты мне нанес удар в голову, а я тебе нанесу удар в ноги. Идеально, перфект. Три раза по мозгам и готово. И опять идеально. Я попал в топ-стар. Я просто похлопаю. На рейтинге сервера я на 82-м месте, а на рейтинге глобальном, то есть русском, я на 26-м месте. Оскара! Оскара! Это я забрал с январского марафона. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Давайте я скорее открывать сетовый бустерпак и надеюсь выбить Акаду. К сожалению, я выбил хранителя будущего, но тоже неплохо, плюс предметы у меня прокачались на 7000, сейчас моя сила 240 тысяч. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Особенно вот, говори. Вот тот вот паренек, да, вот с белым вот на плече. Вообще молодец. Да и вообще класс. Вы все молодцы. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете, могете просто.